дыхание, как хлопать, дыхание сияющего черепа. Это резкие, хлесткие выдохи через нос, когда на вдохе рот округляется, а на выдохе тянется обратно к позвоночнику. Вдох простой, выдох резкий. Делаем 10, максимум 15-20 раз. Не перезадерживаем, не доводя себя до головокружения. Так все вместе начинаем. Делаем глубокий вдох через нос. И начинаем. И плавно завершаем. Делаем глубокий вдох через нос. Задержка дыхания на вдохе, комфортное время, дышим к бокам. Как только задержка исчерпает себя, делаем плавный выдох. И задерживаем дыхание на выдохе. Комфортное время, дышим. Отпуская все задержки, опускаем руки. Обратно вниз, в удобное положение. Наблюдаем за состоянием внутри. Возможно, что-то изменилось с начала практики. Может быть, стало спокойнее, тише. Мы стараемся не оценивать эти изменения, просто наблюдать, как сторонний наблюдатель. И попробуем продлить это состояние в практику ума. Остановка мысли. На протяжении одной минуты стараемся ни о чем не думать. Или как минимум не увлекаться в собственные мысли. Просто наблюдайте за собственным дыханием. Делаем хард банкл, чтобы не закружилась голова. Можно также делать из положения сидя, лежа, без кожи. Опыт для практикующих, для тех, кто только осваивает, то лучше делать из положения рыбака. Сейчас я объясню вам все практики. Первый замок Намхи банкл, язык на небо за передними зубами. Далее джилан хард банкл, подбородок шеи вытягивается задней поверхностью шеи. Следующий замок мула банкл. Подтягиваем мышцы тазовый дна, свитранус и промежности мочи половой, свитер и век, противоположно тужению. У Тияны Банхи и брюшного замка есть противопоказания. Если сейчас месячная беременность у женщин и неприятные ощущения в животе у всех остальных, то мы не делаем эту практику. Можно делать верхнюю и нижнюю базу, ощущать верхнее дыхание и нижнее. В положении сидя с ровной спиной. Так как делается? Это практика, брюшной замок. Мы делаем в группе все замки. Языковой, горловой, корневой, а затем уже брюшной замок. Мы делаем глубокий вдох. Опираемся руками в бедра с прямой спиной, раскрытой грудной клеткой. Делаем глубокий выдох. Делаем все замки, подтягиваем стенку живота под ребра.
только захотелось отпустить оно, плавно отпускаем живот, делаем вдох, расслабляемся, пару вдохов, выдохов и продолжаем каждый свой темп и решение. Выглядит это следующим образом. Давайте я продемонстрирую. Делаем глубокий вдох, глубокий выдох. Вам держать замки горловой замок для того, чтобы не приподнималось давление вверх, не закружилась голова. Мы как раз таки для этого и держим обязательно горловой замок. И корневой замок, чтобы не опускались внутренние органы вниз. Поэтому держим два замка, это правило безопасности. Делаем еще один подход. Раскрываем грудную клетку, чтобы под ребра было проще подтянуть стенку живота. Эта практика также улучшает процесс пищеварения. Если у вас нет времени, утром на занятия йогой, на асаны, то можно просто
двигать тазом, оставаться статичными. Таз и плечи остаются в одной плоскости. Можно помогать себе руками, опираться одной рукой, затем другой. Делаем каждый с вами тренинг режима несколько подходов. Начинает распространяться по телу живота.